Здравствуйте, меня зовут Александра Кирой, и я художественная гимнастка. Расскажи, пожалуйста, Сашенька, как ты стала заниматься художественной гимнастикой? Ну, вначале я начала заниматься танцами, но потом родители решили перейти в художественную гимнастику. И во сколько лет это было? Это было в 6 лет. Ну, и чего ты достигла? Сколько тебе сейчас? Мне сейчас 13 лет. Я уже занимаюсь почти 7 лет. В 2015 году проходил чемпионат Австралии. Я заняла 5 золотых медалей. 3 за упражнения, 1 за командный за счет и 1 за общее. Я сейчас чемпионка Виктории и Австралии. Уже 5 лет я чемпионка Виктории. Как долго ты должна заниматься каждый день? Я должна каждый день заниматься где-то 4 часа до 6 часов. И где вы были этим прошлым летом? Прошлым летом я съездила с родителями в Сочи. Там был Olympico RG Camp, лагерь для гимнастики во всем мире, да. Там были девочки из России, Украины, Америки, Австралия, я и даже Казахстан. Мы там растяжкой занимались, пресс качали. Мы там танцами занимались, с предметом тоже работали. Там были опытные преподаватели? Очень опытные. Там были тренера, чемпионки мира, Ульяна Трофимова, Анастасия Вячеславовна Мишенина, Алла Викторовна, Алексей Кузьменко и Екатерина Олеговна. Чем закончились эти лагеря? Ну, лагерь закончился очень успешно. Там в конце был гала-концерт, где мы, девочки, подготовили танцы для родителей, чтобы им показать, что мы выучили. И что ты там делала? Я там роль Мацесту сыграла. Мне очень понравилось, да. А Мацесту это что? Мацесту это такая героиня, легенда, которая отдала свою жизнь, чтобы спасти своих родителей. И еще есть такой город Мацесту в России. Там минеральная вода есть тоже. Полезно очень. Скажи, какие у тебя планы? Ну, дальше успешно тренироваться, без больших травм, маленьких тоже, да. Тренера слушать. И будешь чемпионкой мира? Ну, надеюсь, если буду дальше тренироваться, могу стать чемпионкой мира. Ну, мы желаем тебе свершения своих надежд. Спасибо. У тебя все для этого есть. Всего спасибо хорошо. Большое. До свидания.
из легенд гласит, что в Черном море лежит меч, который когда-то давным-давно в море забросил волшебник. Воды моря не хотят этого меча, пытаясь его выбросить из своих глубин. Когда море волнуется, оно становится темным и даже черным. Тысячи заколдованных медуз появляются на поверхности загадочного черного моря.
Такая легенда о прекрасной девушке по имени Мацеста. На подвиг девочку позвала святая любовь. Совершила же его Мацеста во имя здоровья и счастья всех.